Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами приступаем к написанию лика. Мы начинаем с вами с первой плави. Работаем по санкирю. Санкирь у нас уже есть. И начинаем осветление по самым светлым местам. Первая плавь у нас самая обширная. По-другому еще она называется охрение, да, или вахрение, потому что состоит эта плавь преимущественно из охр. И нам нужно положить вот на самые светлые места. У нас будет первая плавь лежать здесь, здесь, да, лоб, нос и некоторые части губ. Край первой плави мы стараемся списать. У нас переносится. Спинка носа. Спускаемся по спинке носа. И капля носа. Крылья носа. Это крыло носа у нас будет в тени, но первую плавь все равно мы с вами обязательно положим. Вот они самые такие светлые части, скула, да? Здесь у нас. И от этого мы начинаем. Посмотрите, вот глазница у нас обозначена снизу, с этой стороны она должна быть обозначена примерно на таком же расстоянии. Здесь у нас будет тень от носа. На образце она у нас с этой стороны, хотя она может быть и с другой. Дальше мы с вами обозначаем надбровные дуги. С другой стороны. Стараемся плавь положить симметрично, да, с двух сторон. Видите, плавь начала подсыхать и немножечко меняется в цвете. Так.